Рев двигателей, скрежет танковых гусениц и оглушительные разрывы снарядов. Зрители не отрывают взглядов от огромного экрана, на котором в режиме онлайн проходят напряженные танковые баталии. Дома сидишь за компьютером, вроде как игра, игрушечка, но все равно как бы есть азарт. В Ростове в Донэкспоцентре состоялся игровой турнир «Время танков. Битва взводов». При поддержке компании «Россельмаш», производителя сельхозтехники, 2500 гостей смогли увидеть действие технику боевую. Виртуальные сражения определят самый сильный взвод Ростова. Каждый игрок, который пришел на наше мероприятие, получил внутри игры специальный значок, внутриигровая медаль посетителю мероприятия, чтобы человек помнил потом навсегда, что он был на этом мероприятии. Для тех, кто хочет в реальности ощутить мощь исполинской техники, традиционный партнер игровой студии в Ростове, компания «Россельмаш» организовала тест-драйв своего нового трактора RSM-2375. Кстати, три команды, прошедшие отбор для игры в Ростове, выступают под знаменами «Россельмаш». Ведь по статистике именно аграрии больше предпочитают именно этот танковый симулятор. Путь к победе может быть только один – это верность своему делу, верность своим принципам. Поэтому девизом наших мероприятий совместно с World of Tanks является фраза «Побеждает верный». Следующая танковая баталия развернется в середине октября в Краснодаре, а затем взводы победителей шести городов отправятся в Екатеринбург участвовать в финальной битве. Юрий Нестеров, Олег Пудов, Вести Дон.